Доброго времени суток всем. Продолжаем играть Метро 2033. Тут кто-то совсем новый скелет обронил. Может, возьмем с собой? Ну, на брелки. Шутник. Ульман, хватит балагорить. Вернемся домой, будешь зубной щеткой сортиры чистить. Да, товарищ генерал. Так точно. Хотел сказать, что мы добрались до комплекса D6. А вот и первое задание. Артем, ну-ка, пощелкай выключателями. Ну-ка. И что? Че еще пощелкать? А, во. Не, я не пойду. Там А темно и Б страшно. Кто это спрашивает? Блин, музычка еще такая. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нее вляпался. Ну, это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Ага. Держать линию. Что ж, лучшая оборона — это нападение. Владимир, Артем, не суйтесь в пекло. За мной. За тобой куда, где, чего? А как они здесь оказались-то? Полковник, не могу сражаться в такой рабочей обстановке. Вот тут воняет так, что уже нюх отбило. Это от твоих шуток. Кто где? Ай, простите. Умрем красиво. Не дрейф, прорвемся. А, держитесь. О. Боже мой, как бесхозяйственно! Это ж сколько грибов-то тут можно насадить! Блин, Ульман, посерьезнее. Слишком веселый. По-моему, я зря опять вперед полез. Что? Ой-ой-ой. Вперед! Дважды не умирать! Вперед! Мы их уделали! Надо же! Так, свет. Осторожно! Да ну что такое? Гадство. Что? Что ж ты? Степан, оставь его. Поздно. Нам пора. Ублюдки косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу.
нас уже меньше. Еще один человек погиб, чтобы помочь мне. Как мне отплатить умершим за их подвиги? Пещера. Так, впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс. Так. 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 Еще секундочку. Ну дайте тоже посмотреть. Готово. Открыто. Надеть противогазы. Есть. Ульман, проверь. Чуть что сразу, Ульман? Несправедливо. Пусто. Все чисто, заходим. Даже ничего не положили. Блин, у меня противогазов-то хватит надолго. Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Да тут море упырей! Ребята, вся надежда на вас. У меня патрон, как обычно, уже почти не осталось. Ай! Отбились. Все сюда! Аккуратнее, мужики. Аккуратнее. Проклятие. Огонь! Да что ж вы откуда лезете-то? Жив? Жив. Ай! А! Блин, одолевают. Все сюда! Стрела пригодится. Все, бегу, бегу. Тут где-то наверняка есть пульт управления. Артём, осмотри комнату, живо. Я? Ау. Артём, с тобой все в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! Это что-то новенькое. У них глаза светятся.
одни. Снова почти нет оружия. Ладно, хорошо, хоть БНВ есть. Будем пытаться тихо проходить. Так, зарядка. А куда прибор показывает? Сюда, да? Сейчас тогда. Я вас слышу. Я не хочу вас слышать, но я вас слышу. Ого, долго ты, наверное, тут лежишь. Да, блин, не шумите вот так. Так, ладно, дальше тогда. О, пульки, стрелы. Ай. Да что ж вы так глючите-то? Сюда. Разбитый. Чё, вниз? Ой, блин, вниз. Ну ладно. Так, здесь нам ПНВ уже мешает. Где? Сейчас выскочит зараза откуда-нибудь, я ж слышу. Вон она. Жрет кого-то. Так, попробуем тихо. Хотя, куда там тихо-то, мы прям по ней должны пройти. Стрелы. Смотри-ка, обошел. А закрыть можно за собой? Жалко. Не люблю оставлять двери открытыми. Артём,
Ура! Не кричи да так, там. Живой все-таки. Монстрота. Степана убили. Степу. Да что ж такое-то? Дьявол! Тише, тише. Что за... Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Поезд? Откуда здесь поезд? Так, так, так. Служебный какой-то. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Знаю, у меня чувства по поводу всего этого. Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Ну да, я тоже думаю, что поехали. Все лучше, чем пешком-то. Непонятно, куда топать. Следующая остановка — командный центр. Так, с нас четверо. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Насколько человек отдали свои жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Противогазы, быстро! Опа. Артём, возьми запасной фильтр. 8 фильтров, ура! Спасибо тебе. Только я не понял, почему у меня по нулям, я же много очень нашел по пути. Странно. Не могу двигаться. Так, ну и что? Какой план? Эй, поаккуратней там. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём, со мной. Есть, есть, товарищ главный командир. Давай. Я почему-то думал туда на лифт, но лифт-то сломан. Тихо. Слишком тихо. Ау. О. Я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Ну да, представляю, сколько лет. Тут наверху должны быть воздушные фильтры на экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает.
Фильтров у меня много теперь. Ну, по крайней мере, пока что много. Блин, ну вот ходишь по этой лестнице, так кажется, что она сейчас просто вывалится там. И стен начнет рушиться. Вы бы не кричали там. Так, здесь стреляли. Ну как? Эй, мельник, что случилось? Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Ну давай. Только я боюсь сейчас что-то, конечно. Артём! Там должны быть 4 стартера! Чтобы завести этот хренов агрегат, сначала надо открыть все кожухи. Отодвинь крышки! Окей. Здесь все рушится. Давай рассказывай, что дальше делать. А, еще четвертый. Я его не видел. Жми на кнопку по сигналу. Какую кнопку? Четвертая. Четыре. Так. А, держать. Четвертая. Давай. Первая кнопка. Бегу, бегу, бегу. Первая кнопка. Третья кнопка. Черт, первая отрубилась. Вторая. Вторая. Третья кнопка. Третья. Ну. Первая кнопка. Первая, 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 первая. Вторая. Да блин, я. Первая отрубилась. Первая кнопка. Почти готова. Ну, с Богом! Давай к нам! Ура! Слушай мою команду! О! Пытаемся запустить систему! Иди в большой спорт! О! Ульман, блин, твои шутки? Давай, пуск! Ничего не выходит! Давай же, еще раз! Ай, безнадега! Проклятие! Оп, оп. О, прямо как в старом добром кино. Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артём, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Куда мы дальше? Наверх? Или вниз? Вниз, наверное. По идее-то. Побыстрее немножко давай. Идет такой в развалочку. Вниз, вниз. Вверх-то куда? Вверх некуда. Давай.
Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Ну, учитывая, что здесь кругом мутантов куча, я думаю, что там действительно... Но все очень неладно. Приехали, что ли? Ульман, налево. Профессор направо. Артём, прикрываешь меня? Хорошо. Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём? Артём? А чё Артём-то? Паровозик. О! Он его сейчас протаранит. Че, сойдет? Отлично, парень! Теперь тихо. Пошли. Так, фонарик зарядили. Оружие. Сюда. Отлично. Стойте. О, еще ящик. Метро 2033. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Вроде чисто. Ой. Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же она. Товарищ полковник, что там на экране? Великолепно. О. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Товарищ полковник, экраны как? Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Заработало! Ай да оборудование. Так, а теперь займемся ракетами. Ура! Первый уничтожен. Второй небоеспособен. Третий небоеспособен. Да быть этого не может. Вот, вот он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Отлично. Оп. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Иду. Это еще что? Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем.
Так, ладно, пошли. Куда? Блин. Я проморгал, куда вы ушли? В лифт? Нет, не в лифт. Ой, ты уже тут. Ну что, поехали. Вот лифт, насколько я вижу. А еще есть на стенах какие-то штуки висят. А воздух вроде не ядовитый. Дьявол. Опять пули везде. Лифт-то здесь. Да дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. Что такое? Ух ты! Нифига себе. Так, а как через них проходить-то? Так, ладно, вроде двигаемся потихоньку. Нет, 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 нет. Фу, дошли. Только не умирай, пожалуйста. Уже дошли. Я тут. Вот он. Надеюсь, он еще работает. Фу. Раз, раз. Народы метро. Вашего появления. Мы те, кого вы зовете невидимыми наблюдателями. Вы приступили запретную черту, и теперь познаете наш гнев. Ох, кому-то достанется. Бурман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали! Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну?
Удачи вам, мужики! Будем за вас болеть! Ну, спасибо. Мы опускались в самое чрево древней цитадели, и меня бил озноб. Мы были в шаге от обладания мощнейшим из оставшихся на Земле оружий. Имели ли мы право воспользоваться им? Да. Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А офигеть, что это? Видел бы ты это. Артём, теперь держись. Как бы мне не хотелось бы прерывать это все, но продолжение мы увидим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. И всем пока.